Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. У нас закончился турнир, и мы забираем свои награды. Так, достаются нам сюрикены. Так, Микеланджело Видение, 50 ДНК. Ну и осколки. Дай-ка я кое-что гляну. Не хватает. Я думал, что мы сможем прапать Микеланджело Видение, но оказывается, не тут-то было. Так, открыли колоду. Забрали с тобой награды. Сразиться в боях. Так, давай-ка мы посмотрим, что у нас там у Ваньки стиранка нужно найти. Так, прокачиваем из России с любовью. Так, три бинокля. Поехали. Раз. Так, подожди-ка. Где второй? Второй бинокль, вот он. И последний. Третий. Отлично. Так, что нам еще нужно? 10 ящиков с инструментами. Поехали. Выпадает комикс. Так, здесь просто мутаген. Так, ящик. Это только первый. Второй, нам нужно 10. Третий. Так, мутаген. Да что ты будешь, комикс эти выпадает и все здесь. Четвертый. Так, у нас что там? Спицы, нормально все? Ну, пока вроде бы есть. Ай-яй-яй, ты посмотри, что выпадает. Одни комиксы валят, а? Все, ребят, я задание выполнил. Короче, в следующей серии найдем с тобой, да? А что я искал? Погоди секунду, я что-то лопухнулся, что ли, где-то? Мне надо было кружки, а почему я... А я искал вот эти вот, да? Понятно. Ой, ребята, что-то совсем голова не варит. Ладно, забираем награды. Пройти серию испытаний. Ну, это проще простого. Давай, наверное, сюда сразу прыгнем. Ё-моё, надо было искать кружки, а я искал, извините меня, ящики с инструментами. Вот что значит не выспаться, а? Ну что, давай, наверное... Начнем с Микеланджело. Так, минус. Так, Донателло. Ах ты, жук. Ну, Кармагуша, повеселись маленько. Так, остается Леонардо. Все. Так, ну что, мы здесь с тобой прошли серию испытаний. И нам нужно... А что нам нужно? Нам нужно понять уровень, да, персонажа. Мутаген у нас есть? Есть. И мы поднимем левел. Так, секунду. Донни. 49-й. Немножко не хватает до 50-го, но это не страшно. И награды. Так, ну что, друзья мои, на этой неделе у нас, как ты видишь, разыгрывается Рафаэль Видение. Это круто. По испытаниям у нас городская война, свет в темноте. Кто нам тут нужен будет? А никто. У нас здесь именно все прокачаны, получается, да? Даже, по-моему, Рокстеди. Так, живи долго и играючи. Здесь нам кто? Леонардо, Рафаэль. Так, а вот это уже другой разговор, ребят. Кожеголовый, отлично. В магазине открываем пак. Ну что, погнали. Ребят, начинаем с арены, как всегда. Ну, это традиция у нас. Понедельник, бустим. Только я хочу выловить себе... Вот, 11-11. Кстати, заметь, даже... Это уже голимые боты. Ну что, давай перемещаться сюда и выбирать вот этих вот трех наших бойцов 45 уровня. Я думаю, здесь никаких проблем вообще не будет. Ну-ка, поехали. Минус Хан. Минус Муха. И... Да, минус Рокстеди. Отлично. Ну что, давай дальше. Я не знаю, ребята, сегодня хотелось бы дойти мне до Лиги Сёгунов. Но вот получится ли... Вот в чем вопрос. Так, воин 2 звезды. 97-я позиция. Окей.
Так, а дадут мне случайно 11-12? Есть. Ты посмотри, почему никнеймы одни? Точнее, не никнеймы, а вот именно боты играют. Куда все люди делись? По крайней мере, раньше хоть бот играл, но он играл за реальных людей. А сейчас, извини, почему-то он не захотел этого делать. Так, что у нас тут? Бибоп, Рокстеди и Эйприл. Бросим туда бомбочку для начала. Минус 2, и Пит добивает Эйприл. Ну, как-то так. Ну, ты сам понимаешь, да, вначале все будет довольно легко. И, в принципе, сегодняшняя лига, она вообще пройдет на изи. А вот то, что мы с тобой не перешли на воин 3 звезды, это для меня какой-то нонсенс. Это что такое, ребят, творится здесь? Ладно. Так, 11-12. Давай сюда 11-12. Не надо мне здесь прикидываться. Ты посмотри, а. Не хотят? Во. Нашли. Нашли. И кто у нас тут? 18-й ранг. Пш, я тебя умоляю. Кужеголовый, Донни и Бибоп. Поехали. Если бы у меня был бы сейчас Кужеголовый первый, он бы сейчас сделал просто-напросто свою вертушку и всех бы их завалил. Но ходит Донателло. Так. Ты серьезно? Ну, нормально. С одной плюшки, как говорится, всех вынес, и мы двигаемся дальше. Сейчас переходим с тобой на воин 3 звезды, по идее. 65-я позиция. Так, 11-12. Дайте мне, пожалуйста, уже 12-13. Не хотят? Вот. Опять же, ребята, все время смотрю на никнейм, а тут у нас никого нету. Интересно. Так, я вижу уже здесь 24-25 ранг. Опять же, для наших ребят это просто семечки. Они их разберут с полтыка. Ну что, давай начнем с наших маузеров. Шикарно. Ну и добиваем. Кейси Джонс, куда мы без тебя, а? Естественно, никуда. Так, смотрим, ребята. Перемещаемся мы с тобой? Да, элита. Это только в элиту мы попали. Что-то тяжело идем. Очень тяжело. Поехали. Тут уже даже не надо говорить, против кого мы играем, да? Тут просто смотришь на ранг противников, выбираешь наших бойцов, как говорится, раскручиваешь их и дальше двигаешься. Блин, обидно, конечно, что у нас событие сегодня вот ненужное выпало. Придется как-то без него. Так, ну что? Балбисы падают. Так, двоих убрали. Минус Рафаэль. И минус Эйприл. Проще парень репы. Идеальная победа. Мне еще пишут, идеальнейшая победа. Естественно, куда бы она, ребята, делась. Ну-ка, смотрим. Не переходим. А почему такой буст? Мне такое ощущение, ребята, что здесь что-то не то с игрой. Потому что никнеймов нету. Тут просто боты. Чистой воды. Кстати, я сегодня в эту игру не смог зайти. Я зашел, ребята, но почему-то был черный экран. Я не знаю, я думал, что игра сломалась, все. Но потом кое-как все-таки законнектился. Так, ну что у нас тут? Железноголовый, Кирби, Ванька и Крис Брэдфорд. А ну-ка, Крэнк, звезданика. Отлично. Так, подожди, массовую давай сделаем. Вот так вот. Это тут у нас боксер. Ты видел, как он, да, боксирует? Ну что же, ну теперь мы переходим, естественно, в элиту 2 звезды. Такими успехами, я думаю, что мы сегодня дойдем до самураев 3 звезды и все. И дальше нам ничего не светит. Так, 13-15. Поехали. Тут уже, смотри-ка, 32-й ранг присутствует. Раз, два, три, четыре. Ага, и 5 бойцов.
То есть вот сейчас мы с тобой будем нормально так подниматься, потому что 5 бойцов, все-таки кубков получается больше, и мы должны буститься быстрее. Так, Леонардо, видение. Слабо, очень слабо. Слушай, вот это, кстати, плохо, что он сделал. Он понизил нам броню. Ну-ка, вали этого смусмуфрика. Да. Так, Лео красавчик. И Рокстеди добивает. Ну что, как-то вот таким вот образом, да? Мы с тобой двигаемся потихонечку-потихонечку. И, надеюсь, дойдем все-таки до сёгунов. Элита. 3 звезды еще не вышло, ребята. Не вышло. Так, 12, 14, 13, 15. Поехали. Противник все время с каждым уровнем, ребята, все выше, выше и выше становится, да? А у нас 50-е уровни. Так. Будем надеяться, что здесь мы справимся против 34-х. Хан, Кирби. Поехали. Не получилось. А так. Слушай, замечательно. Минус Кирби. Так, Майки усиливает команду. Там, правда, от команды уже ничего не осталось. Но все-таки. Смотри, что делает, а? Партизан, на тебе. Совсем другое дело. Так, ну-ка, мы с тобой должны, по идее, перейти сейчас в элиту 3 звезды. Насколько я понимаю. А вот какое место? 44-е. То есть после боя мы должны перейти с тобой в самураи. 13-15. Я, наверное, возьму вот эту вот команду. Неизвестную, как говорится, нам по никнейму. 34-32 ранг. Ладно, фиг с ним. У нас здесь есть хан. У нас есть морзильная кошка. То есть у нас есть ядхил и дебафер. Плюс массовик-затейник. Это в виде мутагеноида. Так, ну-ка, поехали. Отлично. Так, хилиться нам не надо. А вот ускорить команду, я думаю, стоит. Отлично. Так, и кофемашина. Я думаю, это будет жирная точка в этой раунде. Да, ребята, мы выиграли. Так, двигаемся дальше. Сегодня, не знаю, ребята, хотелось мне, конечно, поиграть во много игр, успеть. Но, видишь, я полдня сегодня проспал, записываю в данный момент в 12 часов ночи. Как ни странно. Вот, поэтому кричать не могу. Будем в полголоса. Так, ну-ка, давай, наверное, возьмем... Нет, вот эту вот команду. 35-36 ранг. Кстати, я вспомнил игру, которую я искал. Друзья мои, она называется Кона. И на втором канале, естественно, она будет скоро проходиться. Давай я возьму сюда Рафаэля. То есть у нас получается здесь в данный момент есть хиллер. Это Майки. Есть массовик. Есть таунт. Но надо посмотреть, как это все дело пойдет у нас. Так, вырубаем муху в первую очередь. Дальше с вертушки, наверное, Криса Брэдфорда. Теперь надо... Давай вот так вот массовую сделаем. И... Так, Рокстеди, да, наверное? Нет, Бибопчика. На-ка, в плане Крип. Вот это ты вата. Не смог даже добить, прикинь. Рокстеди бросает валун. Так, а мы добиваем вот этого хмырёныша. Ну что, давай посмотрим, перейдем мы все-таки или нет. Я надеюсь, что да. Уже, по-моему, самураи нас заждались. Не-не-не, ребят. Нет, две звездочки нам не видать. Ладно, нам нужно... О, 14-17, поехали. Персонажа-то еще хоть хватает? Ну, как тебе сказать? Есть маленько, да? Давай-ка я возьму здесь, наверное, железноголового. Хотя, подожди, это слишком жирно для них.
Я думаю, крайки будет достаточно. Хотя, ребята, здесь опять же риск есть. Почему? Они 42 ранга, у меня полкоманды 50-го. Тем более я знаю вот этого вот дрища, так скажем, да? Крысиный король. Так, ну-ка, Майки, давай своей кормежкой. Точнее, это кормежка Криса Брэдфорда. Слушай, зря я ругался. Ну, опять же, ребята, здесь очень много сделала Карайка. Она все-таки по уровню выше намного. И вот за счет своих кунаев она здесь разбомбила полкоманды. А мы в самураях 2 звезды. Отлично. Так, здесь мы... А дадут мне, интересно, 14-18? Не? Скорее всего, вряд ли. Ага, вот, есть такое дело. 14-18. Поэтому давай-ка мы с тобой сейчас 1, 2, 3, 4. И вместе с ними пойдет у нас Ванька. Ваньку тоже хочу прокачать, ребята, до 100 уровня. Но мы с тобой принялись уже прокачивать наших слабых персонажей. Так что пока до него очередь дойдет, фиг знает, когда будет. Ну-ка. Алапекс тоже слабая, непрокачанные скиллы. Урона практически ноль. Но тут она вжарила, да, не поспоришь. И Ванька всех истребляет. Интересно, как у черепашки, у Леонардо, держатся вот эти вот ножны от его мечей? Там же вроде никакой повязки нету. Так, на добром слове, на гвоздике. Так, ну что, давай смотреть. 14-18 давайте мне, не надо мне уже 14-17, вот. Есть такой в плане. Угу. Поехали. Ребят, напишите, кстати, в комментах, у вас тоже так же обозначается, или это только у меня? Ёх, просто ты что я сделал, ребята, я же топчик не взял. Вот это я лопухнулся. Отвлекся на никнеймы найти, и все, ребята. И сейчас мы, по-моему, здесь отдуплимся. Офигеть. Так, заблокировали, да, способности? Ну-ка, давай крик. Вау, да неужели мы так выиграем, а? Друзья мои, мы бы даже не взяли в команду ни одного топового персонажа. Мы на равных практически сыграли сейчас, прикинь. У меня какого там, 50 в уровне? 55, 54, 52 против... Ну, все равно, ребята, было опасно, рискованно. Да, мы еще даже до самураев 3 звезды не добрались. А уже метим какие-то сёгуны. 14-18, а дадут 15? Нет? 15-19, скорее всего, вряд ли. Что-то не хотят. Они мне даже 14... Вот. Так, ну тут Майки противный. Поэтому здесь я, наверное, сделаю, знаешь что? Возьму Зека... И возьму железноголового. Вот так вот. Раз, два, три. Зэк, естественно, бросает свою бомбочку. Он все-таки, по-моему, быстрее будет ходить, чем Майки. Да, у него и уровень из меня на 40 левлов выше. И добивка. Вот и все. Они даже пикнуть не успели, как мы их разобрали. Тогда двигаемся дальше и смотрим. Вот сейчас, по-моему, мы перейдем все-таки в самурай 3 звезды, да. Место 69-е получается в среднем еще где-то, ну, поединок 2 это максимум. Есть такое дело. Так, возьмем, наверное, с тобой кого? 45-й уровень. Хм, раз, два. А слушай, что я переживаю, ребята? Мы уже и так справимся. Посмотри, у нас уже 60-е ранги идут, да? У них, ну ты видел, 45-й. Так что я думаю, здесь можно без проблем самим справиться. Не надо брать никаких топчиков. Так, теперь крик души от змей Карай. Отлично, и паутинка. Меня вот этот вот вопрос, ребята, интересует. Мне писали в комментариях, что Карайка это дочь нашего Сплинтера. Ну, когда они, естественно, были людьми. Но ее выкрал Шреддер и, как тебе сказать, натравил против отца.
А Карайка сама, интересно, знает, что Сплинтер — это ее отец или нет? Напишите мне в комментариях. Если она знает, то почему она пошла против отца? Вот меня какой вопрос интересует. Или все-таки она в неведении? То есть, как бы, Шреддер ей запудрил мозги, да, и она как бы думает, что он ее отец. Просто мне вот это вот интересно знать. Я знаю, что многие люди здесь разбираются, такие иногда комментарии пишут, развернутые, прям приятно читать. Так, ну что, давай сделаем с тобой вот таким вот образом. Пубух. Так. Караечка упала. Так, давай-ка. Ну что ты, ну Сплинтер, ну. Секунду. Давай, наверное, так сделаем. Попробуем. Минус. И здесь тоже минус. Прекрасно. И причем вот это вот такая, да, трогательная история. Сплинтер превратился в крысу, а Карайка почему-то превратилась в змею. Еще в такую противную. Ну что, ребята, я вас поздравляю. Мы добрались с вами до Лиги Сёгунов. 90 какая там у нас первая позиция. И мы продолжаем с тобой играть. Персонажей все меньше, меньше и меньше. Я так понимаю, где-то еще раз, два, три, четыре, пять. Последний поединок, что ли? Серьезно? Ну что ж поделаешь. Последний так последний. Выше головы не прыгнуть. Так, мне надо будет еще за кадром потом посмотреть рекламку, для того, чтобы накопить себе 10 откатов. Потому что завтра мы с тобой продолжаем играть. Ты об этом не забывай. Ну-ка. Тыдыч. Маузер вперед. Шикарно. И самая у нас последняя битва будет состоять из одних топовых персонажей. Но я думаю, где-то 50 место мы с тобой возьмем. Мы уже его взяли. Так, и последний бой. А дадут мне 16-20. О, 15-20, отлично. То, что нужно. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ребята, это последний у нас на сегодня поединок на арене. Так, ходит Усаги, ну и, естественно, Армагон всех добивает. Уж тут никуда вам не деться, родные мои. И минус Ваня. Ну что, друзья мои, как-то так, я считаю, что неплохо сыграли. Я вот не знаю, сегодня будет у нас Олухи, Всадники Дракона. Хотелось бы, конечно, но время позднее. А завтра, как всегда, дела. Так, по энергии что у нас? Ну, за кадром я посмотрю рекламу, это понятное дело. Так, здесь у нас ничего нету. По жетонам не хватает. Кстати, ребята, 60 жетонов набираем, и Дони Космос у нас прокачивается. А по осколкам вообще все плохо, 60 всего лишь. Всего лишь 60. Слушай-ка, погоди секунду. У нас на этой неделе разыгрывается Рафаэль Видения. Давай посмотрим, сколько нам ДНК нужно для того, чтобы его прокачать. Надо его еще найти для начала, да? Так, Рафаэль Видения, ты где у нас? Вот он. Да, ребята, если я даже наберу 50 ДНК, это будет всего лишь 76. Не хватит, к сожалению. Печалька. Но он самый отстающий, я смотрю, из черепашек видений. Потому что вот тут вот, ребята, Леонардо видение у нас, 63 ДНК. Кстати, а Рокстеди где-то мне вот этот нужен? Он же у меня не прокачан, оказывается, ё-моё. Так, ребята, отменяется отбой. Вот этот носорог нам нужен, ты прикинь? А я что-то думал, что он прокачан. Ха. Не тут-то было. Значит, так мы с тобой сделаем. Завтра идем прямиком на арену. На арене немножечко с тобой там прошуршим. И после этого пойдем проходить первое испытание, да? Пройдем его, наверное, полностью. И будем уже фармить Рокстеди. Там всего лишь 3 ДНК не хватает, ребят. 3 ДНК. И этот Рокстеди у нас будет уже все-таки... Фул
Звезды, да? Надо будет просто потом его перевести в платиновый ранг. Ну, по крайней мере, теперь мы точно от него отвяжемся, и нам не надо будет его искать. Как вам такая идея? Я думаю, что вообще оптимально. Так, Юрский парк еще сегодня хотелось бы поиграть, ребят. Ну, там такая жесть, я за кадром поиграл. Поднял себе, по-моему, 2 уровня, если не ошибаюсь. И там, конечно, люто. Против тебя дают таких противников, что ты просто сидишь, и у тебя уши в трубочку сворачиваются. И глаза вытекают от того, что там происходит. Так, ну что, 16 серебряных осколков получаем. Теперь пойдем за золотыми. 8 и 16 золотых осколков. И уже будем с тобой, наверное, на этом закругляться. Зато завтра, надеюсь, нас не очень сильно скинут. Хотя в Самурае 3 звезды это обеспечено, ребят. Ну, ты сам понимаешь, да? Потому что это первый день, понедельник. Ну, видосик вы уже увидите во вторник. Поэтому не удивляйтесь. Почему я говорю, что буст, буст. Просто я не успею его выложить. Слишком поздно времени уже. Так, и мы двигаемся дальше. Потом еще очень много, ребята. Я говорю, на втором канале надо как-то вот Кону начать пройти. Потом этот Легенд Кипер. Хочу сейчас начать играть. Я поиграл маленько, ребята, за кадром. Ну, поиграл так офигенно маленько, что получил 2 персонажа уже. Точнее, 1. Потому что первый тебе дается по умолчанию. Так, тихо, я не понял, что это такое? Что это боксерсток? Он тут вообще буревший какой-то. Эй! Ну-ка. Майки, ну в принципе, да, отхиливается, молодец. Лео, ё-моё, не смог добить. Отлично. Ну, все, мы с тобой осколки все получили. Так, мутаген мы с тобой набили, поэтому, наверное, нам нужно будет кого-то еще подкачать сейчас. Либо подкачать, либо нам нужен мутаген для того, чтобы когда мы с тобой Рокстеди повысим в ранге. Там нужно будет, по-моему, мутаген и еще что-то, да? Мутаген и сюрикены вроде бы, чтобы перейти. Так, ладно, пока есть возможность, давай мы с тобой прокачаем чуть-чуть. Опа. Ну что, Майки, оригинал у нас получает 50 уровень. Блин, осколков уже... Не осколков, а дубликатов у нас. Посмотри, сколько. Так, 19, 14, 14, 17. И разбирать на самом деле неохота. Знаешь почему? Потому что сюрикенов у нас... Ты посмотри, сколько. 391 тысяча, почти 400 тысяч сюрикенов. И тратить мне их некуда, к сожалению. Так что давайте, ребята, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!